Now, for that group out there that had such a hard time getting home, sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song. We'll be right back.
Yeah.
See the girl you used to love.
прямом эфире шоу «Бетон» и на десерт в нашем джангл-лайнапе «Импиш». Первооткрыватель андеграундной серии уютных камерных драм-н-бейс вечеринок «Burning Series». Официально запустил свой звукозаписывающий виниловый лейбл «Occulti Music» в 2011 году. А еще «Импиш» выпускает свою музыку на Hospital Records, CIA, REM, Focus Recordings. За его плечами три альбома на виниле «Underwater», «Silence», «Hush» и множество синглов. Роман признается, что тяготеет к олдскульному, глубокому, нейро и немного ликвид-фанк-звучанию. Впрочем, вы сами все слышите. Напоминаю, что это шоу «Бетон», и мы ждем по-прежнему ваших вопросов в чате. Не спим! Не забывайте подписаться на телеканал О2 ТВ в соцсетях, чтобы не пропустить наш следующий эфир в четверг в 21.00.
keep losing this fight. You keep pushing this line. I'm not afraid to
В прямом эфире по-прежнему шоу «Бетон», и мы продолжаем уходить в ночь на волне классного, красивого драм-н-бейса. Спасибо тебе большое, это был классный сет от Импиши. Сейчас он уже сидит на этом прекрасном, как это назвать даже, не знаю. Диване. Но это не диван, это какая-то тумбочка. Тумба-диван, ящик. Что-то такое среднее. Интересно, что в нем? Никогда не задумывалась, наверное. Да. Черный лучше, ящик. Лучше, наверное, не знать. В нем пустота. По-любому. Это было круто. Наш чат жаловался на то, что они, ни о чем не подозревающие такие, включили трансляцию, собирались спать и теперь не могут уснуть, представляешь? Они услышали вот это, и теперь все, нет покоя. Ну, очень приятно, на самом деле, что кому-то так это все понравилось. Что ты делаешь с людьми? Как тебе не стыдно? Ну, сам не знаю. На самом деле, только под конец разыгрался. До этого как-то немного громко вот здесь звук играл. Вот, долго приходил в себя, но потом где-то к концу сета, короче говоря, разыгрался, уже начал более-менее импровизировать. До этого какие-то были заготовки такие, короче. Я вот тоже только разошлась, да. Начала плясать за кадром, а мне жалко все оборудование, ухо, микрофон, все вот это меня сковывало, к сожалению. Кстати, как тебе вообще наша студия? Как тебе наш вайб? Очень проект? Классная студия. Вообще спасибо, что позвали. Классная картинка. Мне очень... Я смотрел в интернете, ну, перед этим. Очень все круто. И когда я пришел сюда, я понял, что это еще круто. Здесь еще лучше. Да, да, да. Единственное, что вот все время бегал насчет парковки. Там нужно было машину перепарковать туда-сюда. И я, короче, немного не в себе. Вот от этого. А так все очень классно, классный свет, классный... Да все классно. Короче, классные да, люди, классные ведущие. Люди классные, да, и ведущие. Кепка у тебя тоже, кстати, классная. Кепка у меня классная. Что она означает? А это логотип моего лейбла «Occulti Music». И вот так вот мы плавно перешли как раз к разговору о твоем лейбле. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что лежит в его основании, как вообще вы придумали его, почему он так называется, и как вам удалось сделать столько релизов? Ну, релизов мы немного пока что сделали, на самом деле, а название, ну, сейчас вот выходит 11-й, как раз этой осенью, это будет юбилейный альбом Occulti Music, называется, как называется, 11, вот, XI, ну, 11 mm-hmm. по-латински, вот, название, там будут артисты лейбла, 50-50 зарубежные и наши, вот. То есть у нас нет уклона именно там русский драм-н-бейс, да, там или... То есть вы русскую идею русского драм-н-бейса не несете? Мы ее миксуем с европейской, западной и... Вот, такие космополиты. Ну, как бы да. Вот, а название на самом деле от балды пришло, ну как от балды, я не знал, как это назвать, вот, и своего другана спросил, говорю... Придумал какое-нибудь название. Ну, он говорит, Occulti Music. Ну, пускай будет Occulti Music. Я говорю, почему? Ну, типа, тайна, вот оккультизм. Это все. Да. Нет. Не то чтобы оккультизм, нет. Это не нас, промышляете? Нас часто путают со всякими там этими сатанюгами, там, ну, это не про нас, на самом деле. Навалили вашей музыки вот. Сатанинской, и потом да. Бесы выходят из них всякие. Ничего подобного, да. Идея была в том, что это какая-то тайна, что-то вот такая музыка, которая где-то вот там она находится и что-то там в себе таит. Вот. Логотип должен был быть перечеркнутый глаз, на самом деле. Я сел рисовать этот перечеркнутый глаз, получилась фигня, и, в общем, оставили просто глаз. Вот так вот. Почему вообще пришла идея организовать свой лейбл? Насколько это сложно в наши дни? Что для этого требуется? И почему сердце требовало этого? Ну, сначала появилась у нас вечеринка. Ну, просто любили... Я вообще раньше слушал альтернативу, рок, металл, там, писал музыку тоже такую, там, два диска. Ну, в детстве пел, но потом понял, что лучше не петь, лучше просто или на барабанах, или на гитаре играть. Лучше использовать британских вокалистов, как во многих твоих альбомах. Да, кстати. Вот. Так о чем это я? А, ну вот. В школе что-то меня кто-то заразил драм-н-бейсом, где-то уже в классе, наверное, в 9-м, что ли, где-то так. Появился тогда интернет. Компьютер. До этого мы все записывали на пленку, на кассеточки вот эти вот, ну, то, что у нас на гитарах мы играли. Mm-hmm. Вот. Ну и, короче говоря, нашел в сетке Drum & Bass в локалке. Мне одноклассник скинул. Вот. Что-то подсел, потом начал пытаться что-то такое делать, но меня все ругали за то, что, ну, так как я с рока и с фанка, со всего, с живого, короче, музона,
Все ругали, потому что у меня барабаны слишком такие какие-то живые для драм-н-бейса. А в драм-н-бейсе, типа, ну, должно быть все такое амин брейк, там, я не знаю, там, ну, все электронно. Мне не нравится, на самом деле, такой звук в драм-н-бейсе. Вот. Ну, в общем, как-то вот так вот подсел на драм-н-бейс, там, лет, не знаю, 5 мы какие-то треки делали там с друзьями. Вот. Все это, конечно, было не особо. Ну, потом что-то как-то прокачались, и потом вот уже только в 2000 каком-то там, уже ближе к 11 годам, надо, ну, подумали, надо что-то издавать как-то куда-то, да? Вот. Ну, и вот замутили лейбл, собственно, и договорились с дистрибьютором, ну и все, понеслась. А насколько это технически вообще сложно, вот взять и открыть свой лейбл? Насколько вот это требует каких-то денег? Технически, ну, если это drum-and-bass лейбл, а не какой-то там... лейбл, который выпускает более популярную музыку, то технически ты здесь должен быть и дизайнером, и копирайтером, и фотографом, и видеографом, потому что ты должен делать и промо, и там тексты писать. Вот как там. Раз хотела у тебя вот. Спросить. Я заметила, что ты очень... Сводить еще при... и мастер. Мастер понятно, делать. Понятно, то конечно. Есть, или плати за все это. Ну, а drum and bass, как бы это, ну, drum and bass, это underground, да. По крайней мере, сейчас у нас. Вот. Сейчас он у нас, ну, на уровне, как это в Британии было, там, я не знаю, 10 лет назад. Ну, когда там все начиналось, короче, не 10 лет назад, раньше, но вот примерно у нас сейчас такой уровень в России, я считаю. Вот. Я перебил тебя. Это скорее я перебила или тебя. Ты меня. Давай расшаркаемся в этих любезностях. Я хотела спросить тебя про оформление. Не могу не заметить, что твой подход действительно отличается. Вот визуальный какой-то, даже в оформлении сайта, в оформлении обложек. Не делаешь ли ты какие-то музыкальные видео? Я ты отличаешься от всей мейнстримовой вот этой драм-н-бейс эстетики, как мне кажется. Я лет 10 снимаю свадьбы просто. И до этого я еще был дизайнером и делал сайты. Вот. Ого. Как-то так получилось, да, поэтому, ну, но это мне потом, от всего этого ушел, конечно, и, ну, уже совсем в музыку, вот, но это мне помогло, потому что не нужно тратить на это все дело, вот. Насколько я знаю, когда вы начинали свой лейбл Occult Music, для вас было важно издаваться именно за границей. Вот как русскому лейблу виниловому выйти на именно мировой уровень, скажем так? Выйти за рамки вот этой вот России. Ты имеешь в виду в плане дистрибьюции? Да, да. А, ну просто связаться с дистрибьютором? Все просто. Конечно. Это так работает? Ну, именно чтобы доставить музыку в магазины, там, виниловые пластинки, в магазин просто ты обращаешься к дистрибьютору, и все, и складываешь с ним свою дальнейшую судьбу. Главное выбрать хорошего дистрибьютора, конечно. Давай поговорим про ваши вечеринки. Burning Series, да? Да. Это камерные, уютные драм-н-бейс вечеринки. Вот вообще камерные и уютные, это разве совместимо с драм-н-бейс? А почему нет? Ну вот расскажи, как у вас там? Я вот ни разу не бывала. Заинтригуй. Приходи. А я приду. Увидишь. А мне сегодня так неожиданно понравилось, больше, чем я вообще ожидала. Да, на самом деле, вот этот музончик, который я сегодня играл, это фактически, ну... Ну, я играл разную музыку, да, то есть там было и замеса чуть-чуть, и там что-то лирического, и дипуха, и, ну... Но, короче говоря, на Burning Series нету какой-то направленности. Там есть там определенное количество диджеев, и каждый играет свое. Вот. То есть вот это вот, то, что я сегодня сыграл, в принципе, это вся радуга, не хочу говорить, вся палитра драм-н-бейса, которую можно слышать на Burning Series. Вот. Ну, это было очень интересно. То есть раньше, честно говоря, буквально до этого эфира мне драм-н-бейс казался каким-то более таким в лоб жанром. А тут было прям такое развитие. В лоб это как значит? Ну, это значит так, каким-то таким предсказуемым, очень понятным. И, ну, может быть, я просто не была настолько хорошо знакома с такими представителями андеграунда. Понимаешь, да. Есть как бы драм-н-бейс, он как айсберг в океане, да? То есть есть верхушка, да, который торчит, то есть там мейнстрим, там нейрофанк, нейропанк, бесу привет, там, я не знаю, вот. А вот, ну, андеграунд — это вот все, что, в принципе, вот это вот держит, да? То есть мы многого не видим. Ну, короче говоря, я хочу сказать то, что нужно копать, просто искать хорошую музыку, ты ее найдешь. Вот, а это с точки, ну, со стороны слушателя. Вот, а со стороны нас, там, продюсеров, я не знаю, диджеев, там, мне Манерс, Intelligent Manners, Дима, ну, я думаю, его знают все, наверное, вот, сказал как-то то, что
музыка, она в любом случае найдет своего слушателя. Вот. И ну, мы часто расстраиваемся, то, что андеграунд, да, то, что мы там не особо востребуем и тому подобное. Но я верю в то, что он сказал. Вот, он меня зарядил и как-то, короче, иногда опускаются руки, но те его слова, они меня зарядили, в общем. Вот. И, может быть, кому-то это будет полезно тоже услышать. Но это очень простая фраза, которую он сказал. Вот, но она мне дала очень много. Дала тебе сил. Да. У меня есть небольшой вопрос по поводу к тебе, как к организатору вечеринок Burning Series. Вот я обращала внимание, что условно на техно и там хаус-вечеринках люди, организаторы, промо-группы очень большое внимание уделяют оформлению. Сейчас это уже на грани какого-то там иммерсивного театра, света. Там такая достаточно возвышенная эстетика вообще оформления самого мероприятия. То есть сейчас многие промо-группы уже ушли вот в этом смысле вперед. Что творится с drum'n'bass мероприятиями? Как их много? Развивается ли там какая-то эстетика в России и, может быть, за рубежом? Как ты можешь это прокомментировать, как организатор? Ну, знаешь, вот там мы как бы... Мы изначально делали опен-эйры, вот, потом как-то вылезли в город, делали во всяких барчиках. Ну, обстановка такая, что даже нам не особо был важен звук там и тому подобное. Мы искали всегда место с какой-то классной атмосферой, чтобы было уютно людям там и тому подобное. Соответственно, какие-то декорации туда ну, не нужно было ставить, потому что там и так было хорошо. Вот. Ну, сейчас уже все немного поменялось, конечно. Ну, короче говоря, лет 5 назад была такая фишка, то, что когда ты приходишь в какое-то новое место, в какой-нибудь бар там или в кафе, ну, тебе понравилось, но ты приходишь и говоришь: я здесь хочу делать вечеринки. Ну, ты подходишь там к арту, ну, к арт-директору, и говоришь: можно у вас сделать? Они спрашивают: какая у вас музыка? Если ты говоришь drum and bass, то ты сразу, ну, послан, понимаешь? Потому что drum and bass — это что, вот это там запилы какие-то, вот. Поэтому мы, ну, как бы несколько раз были посланы, и потом просто мы хитро поступали, мы говорили: там, джази, там, ликвид фанк, там, знаешь, там, или там, там, не знаю, там, сол, там, фул, там, вот. И они такие: ну, что это? А это вот музыка, там, в районе 170 BPM, интересно. Такие. И когда они это слушали, они не видели, как, какие люди приходят. То есть они всегда ждут, что это будут какие-то ребята в адидасах, там, с, не знаю, ну, такие... Раз, веселые, да, веселые, веселые ребята, которые крутят брейк, там падают. Ну, да. Есть такой стереотип. Вот. И реально этот стереотип очень сложный. И, короче, непонятно будет, что с ним делать. Ну, вот, вот так как-то мы это обошли. И людям понравился драм-н-бейс в этих местах. И вот было место танца на Никольской. Вот, очень классное место. Как называлось? Танцы-бар. Танцы. Да, прям маленький танцы. Просто танцы. Да, танцы-бар. Офигенное место. Вот. Оно само по себе маленькое, там вмещалось, допустим, в него, я не знаю, там 30 человек в эти два этажа, но на улице у нас было там 200-300 человек, вау. И пофигу было, там зима, дождь, там, или жара, или что-то. Они все тусовались. И, ну, ты понимаешь, да, что из бара на улицу играл там через эту там JBL-ка, что ли, стоял, короче, дверь открытая, JBL. Ну, как бы на улице было слышно, да, ну, конечно, даже не как у вас здесь, то есть здесь САП есть, а там на улице вот вообще не было. Но людям нравилось, то есть они на улице топтали, ну, как бы была какая-то тусовка, вот, ну, короче... Не знаю, что тебе еще сказать. Оформлять там нечего, понимаешь? Я поняла. Если у меня просто редактор в ухе, да. Она просто надрывается, видимо, уже хочет домой. Да, очень просит меня перейти к вопросам в чате. Их было очень много. Ты всех прямо взбудоражил на ночь глядя, как класс. Я уже сказала. Так, спрашивают. Как ты относишься к другим ДНБ-сообществам Москвы и Санкт-Петербурга? Очень люблю Intelligent Manners и все, что он делает, и Night Grooves, короче говоря, из питерских. Еще хочу передать привет Time of Night Илюхе Земскову. Вот, да. И всем своим друзьям. Да, ну, конечно, ребятам из Occulti Music и из Burning Series. Класс. Вот. Вопрос. Кто нравится тебе из олдскульщиков? Кто, может, повлиял на твое звучание? Или кого слушаешь по сей день? А олдскульщики — это кто? Интересно. Ну, это вопрос к автору. Не знаю, ну, что он автор. Совсем, наверное, какие-то там дремучие дебри. Ну,
просто для кого-то old school это одно, для кого-то это совершенно другое. Не знаю, я вырос на музыке там Total Science, там, я не знаю, Брейка, все они старперы, в принципе. Вот. Ну, можно сказать, old school, ну, для меня. Вот. А какой-то там совсем old school, который там, не знаю, там, люди его называют там джангл. Ну, они разделяют джангл и драм энд бейс, типа джангл это совсем что-то старый old school. Ну, короче, многие заблуждаются, не хочу на этот вопрос отвечать. Не знаю, что такое old school. Сложно очень сказать, что такое old school. Поэтому, ну, хочу тебе, кстати, польстить. В нашем чатике я заметила, что ты побил сегодняшний наш рекорд по просмотрам. Вау. Именно на твоем сете больше всего людей подключилось, и это прям крутой рекорд. Ночью спать надо, они вышли. Да, представляешь, ну, видимо, каких-то мы взращиваем новое поколение сов. Было бы классно. Да, слушай, ну, к сожалению, половина нашей съемочной группы, наверное, состоит из жаворонков. Мы с тобой, с совенком, пойдем тусить куда-то дальше. Давай скажем что-нибудь на прощание нашим телезрителям на ночь глядя. Куда говорить, в какую камеру? Куда говорить? Да вот туда можно. На прощание. Такая грустинка, только не плачь, прошу тебя. Ты, видимо, не хотел уходить, я понимаю. Не, на самом деле, да. Дальше все интереснее и интереснее. Конечно, конечно. На прощание что могу сказать? Любите драм энд бейс, ходите на хорошие вечеринки. И поддерживайте, обязательно поддерживайте продюсеров. Потому что им очень сложно без вашей поддержки. Покупайте музыку, пластинки, там, я не знаю, мерч. Ну, поддерживайте, выражайте им не на словах, не на лайках, не на там каком-то бреде, а делом поддерживайте, пожалуйста. А такую кепку можно купить? А, у нас можно и кепки купить, что хочешь, можно. В общем, поддерживаем продюсеров в прямом эфире шоу «Бетон». Это был третий артист в сегодняшнем лайнапе. Рома Импиш, спасибо тебе еще раз большое. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, группа ВКонтакте, телеканал О2ТВ, чтобы не пропустить следующий эфир, который состоится в четверг в 21:00. И продолжайте, конечно же, открывать для себя новые жанры. Например, я к сегодняшнему эфиру подходила довольно предвзято и открыла в себе внезапную любовь к драм-н-бейсу. Вот так-то, ребятки. Все, всем пока, спокойной ночи.